ряд по этим альфам. Ну и вот таких, значит, трюков достаточное количество, чтобы обработать некоторое количество экспериментов. И вот здесь довольно свежий обзор Бетки. Бетки вот наряду с партией, куда этот круг прославился тем, что пишет обзоры специально только по интенсивно сильного взаимодействия, процессам сильного взаимодействия. И вот здесь график этой альфа S. Формула, которую он здесь использует, ну, хотя он там технически берет другую формулу, это фактически двухпетлевая формула. Сейчас, извините. Вот эта вот формула. Вот главный член, второй. И вот смотрите, что получается. При первой точке наиболее точно определенной величиной является измерение альфа на массе Z0 бозона. Это вот 90. Потому что это, ну, сейчас эта машина остановлена, она называлась многие годы Z0 бизонная фабрика, там были огромные интенсивности, значит, вот этих соударений, ну, колоссальная светимость, вот про светимость Турнинского было здесь сказано. И поэтому там очень большая статистика. Но здесь, помимо этой точки, взята еще масса других точек. Вот по E плюс и минус аннигиляции. Тут есть полные кружки и неполные. Это обработка двухпетлевая и трехпетлевая. Ну, адронные соударения, из спектров тяжелого квархония кое-что вникается вот здесь вот. Ну и из более хитроумный форм-фактор глубокого круга России. Вот тут, видите, довольно много данных. Их, по крайней мере, несколько дюжин. И вот что замечательно, что здесь вот данные известны. Видите, с очень небольшой ошибкой, единица в третьем знаке, это 1% в альфе. И вы отсюда можете выпустить три экспериментальных, три теоретических клима, вот по той формуле. Вот они тут маленечко расходятся, центральные для третьих, и вот так лежат экспериментальные точки. И вот такой тезис Бетки, вот как раз в этом обзоре 7-го года, в 6-м году, что для всего этого дела хватает двухпетлевого приближения. Хотя теоретики любят считать третьи петли, четвертые петли, они здесь все не нужны, потому что вот этими экспериментальными ошибками все это замазывается. У вас нет свойства различить, скажем, между этими тремя кривыми, а вот следующие поправки дают вам более тонкую структуру, как бы этой самой, всего этого анализа, поскольку ошибки великие. Но надо сказать так, что это вовсе не только и не столько статистические ошибки экспериментов, там есть очень высокие точности, сколько все-таки некоторые неопределенности, ну, в общем, короткие руки у нас в теоретике. У нас недостаточно средств, чтобы обработать эти данные достаточно прецизионно, даже если мы знаем хорошо альфа. Там есть проблема шкалы, ну и некоторые другие, я не буду сейчас про них говорить, это совсем уже выходит за рамки. Ну вот такое, я бы сказал, торжество. Тут у меня, видите, я обозначил их триумф. Next to leading order. Это двухпетлевая пертурбативная квантовая хромодинамика. Это... Вы не можете здесь показать leading order результат для сравнения? Ну, у меня нет такой. Нет такой. Пожалуйста, кажется, мы с вами как-то в сторонку там как, поговорим. Потому что когда вы выкидываете логарифм. Логарифм негативный, просто главное. Нет, это здесь существенно будет. Конечно, наиболее существенно, это вот на этой карте объединения великих взаимодействий, которые Славнов показывает. Потому что там кривые, они кажутся почти прямыми для единицы на альфа в логарифмической шкале. А логарифм их плавно заворачивает. А я этим специально занимался. Вот влиянием как раз этого параметра, по которому... Потому что, смотрите, вы меня вот про что спрашиваете. Я спрашиваю, вы меня вот спрашиваете, насколько важен этот член. Теперь смотрите, если вы идете в партикул для этой группы, ребятки, у него по отношению этого члена к этому разложен всегда. Вот мы про себя называем четыркинской формулой. Четыркин с авторами в середине 90-х зачем-то разложил. Ну, а партикул для этого переписали. А теперь это канон. Глупый. В области низких энергий.
Ну вот это вот, я подхожу теперь к следующему сюжету. Значит, вот это вот он заключил Бетке, что двухпетлевой уровень достаточно до 3-5. А ниже вот, шкалы в 5 ГФ. Ну вот 5 ГФ вот здесь примерно сидит. Тут просто мало данных, и в частности потому, что экспериментаторы опасаются обрабатывать эксперименты при помощи формулы партикул дельта группы, из-за того, что там же нарастает степень полюса, когда они растут. А можно вопрос? Вот пожалуйста. На этом графике вот есть какая-то точка в районе 2 ГФ, красная, где плюс и минус аннигиляция. Да. А что это за эксперимент такой? Я не помню. Нет, ну где плюс и минус аннигиляция? Это либо Новосибирск, либо Я не помню. Либо пекинские ускорители, они же там меряют как раз. Обращайтесь к первоисточнику. Я у него взял эту картинку. Мы в раскате, да. Ну, один из этих машин, которые тебе тут... Дима, это машина банальная. Эксперименты Николая Драться, Губерна. Просто точно измерено полностью. Давайте я иду дальше. Значит, все-таки я хочу обратить внимание, что у нас беда в том, что вот эта формула, которая стоит здесь, которую я показывал, однопетлевая или это, здесь есть особенность, там, где логарифм обращается в ноль. И значение параметра лямбда играет большую роль. Здесь полюс немного сдвигается, и еще ветвление логарифма возникает, но опасность сидит как раз около точки лямбда. Ну и вот эта точка лямбда, вот она по аналогии с электродинамикой называется призраком Ландау, хотя тут уже полный анекдот. Дело в том, что в те времена была вера в том, что мы обойдемся положительной дефинитностью метрики. И все, что имеет неправильный вычет, это призрак. Такого состояния быть не может. А теперь мы знаем, что обратный знак логарифма, который дает асимптотическую свободу, он как раз и вызван лишними степенями свободы глюонов, которые имеют призрачные характеристики. Призраки правят асимптотической свободой в квантовой хромодинамике. Поэтому называть эту особенность как раз вот у этого полюса вычет человеческий. И были такие ползновения, а нет ли какого-то связанного состояния реального в этой области. Увы, его нет. Поэтому он остается призраком, но уже не вот по этой причине, о которой я говорил. Она где-то, ну есть, значит, ошибки, она где-то ниже 400, но больше 300 метров. Вполне респектабельная область с точки зрения, ну, не слишком низкоэнергетического эксперимента в адронной физике. Теперь, если мы обратимся, вот об этом тоже Андрей Алексеевич упоминал, к решеточным симуляциям, а там нет никакой теории возмущения, то они все в этой области дают очень спокойное поведение для эффективной альфы. Вот теперь это альфа на решетке. Латис. Если я возьму эту область там, я не знаю, 300, 500, 1 F, вот решеточные расчеты дают здесь такую вырастающую кривую, похожую на то, что было в Бетке, и она сопрягается с этим логарифмом, плюс логарифм логарифмом. А вот тут эта величина имеет особенность, а тут вот в этой области довольно спокойное конечное поведение. Ну, разные решетки, там разные методы у них, они отличаются. Они все дают одинаково хороший спектр нижних состояний адрона. А вот по альфе по-разному определены, поэтому я тут такую просто информацию напишу. Вот 0,5 здесь напишу, а вот здесь 0,8. Это для альфы. И вот в этом, так сказать, квадратике между 0,8 и 0,5 для альфы и между 300, допустим, 600, вот все эти кривые решеточные и располагаются. О полюсе нет и помина в этой области. Ну и значит, таким образом мы сталкиваемся с ситуацией, когда